Я не помню, когда это было, раздался звонок. Олег, привет, это Алла Пугачева. Серьезно? Звезда в нашей стране одна, Алла Борисовна Пугачева. Гениально. То есть ты считаешь, что я сейчас должна объяснить? Нет, я просто спрашиваю, вдруг такое случится. Ну где сейчас? В театре. В Ютубе? Да. Не заставляй меня, Олег, уходить в такие дебри пафоса. Ну, какие там дебри? Просто ее знает весь мир, а меня знает весь Кремль. Ну вот сейчас мне 70 будет, а через 10 лет, 80, у меня будет написано «Алла Пугачева. Вечер романса».